Пандемия коронавируса – не повод отказываться от запланированных донаций, ведь кровь для сохранения жизни нужна всегда. Так считают и военнослужащие Ульяновского десантно-штурмового соединения. Более 300 десантников и гражданского персонала сдали донорскую кровь для лечения тяжелобольных пациентов. К сожалению, сейчас, во время пандемии, нам больше всего требуется донорской крови. Тяжелые последствия коронавирусной инфекции заставляют нас прибегать к различным состоянием и просить устраивать акции людей, которые не связаны с медициной, но готовы помочь. Первым делом каждый потенциальный донор проходит обследование у терапевта, сдает анализы на определение группы крови, резус-фактора, уровня гемоглобина, а также на наличие антител к коронавирусу. Если все показатели в норме, медики приглашают волонтеров на донацию. У меня возникло желание, потому что я решил проявить свою гражданскую инициативу, сдать кровь для того, чтобы помочь людям, попавшим в тяжелое положение. Сдаю уже в четвертый раз, принимая участие в донорских акциях. Считаю, что этим должен заниматься каждый сознательный гражданин. После сдачи крови сладкий чай с печеньем и отдых. Всего десантники пополнили банк крови более чем на 120 литров. После лабораторного исследования полученную кровь и ее компоненты направят по назначению в лечебное учреждение Ульяновской области. Анна Тищенко, Управда ТВ.